какие у тебя сегодня были ощущения, когда выходил на лед в Хабаровске? Позитив, наверное, в эмоциях, потому что все равно приезжаешь в родной город, приятно. Много друзей приходит и вспоминаешь, наверное, какие-то моменты, когда я играл за Амур. И всегда приятно, когда столько народу приходит на игры и поддерживает свою команду. Если бы сегодня забил, радовался бы? В любом случае бы радовался. Если бы не визуально, то в своей голове, то точно. Тем не менее, Сергей, голевая передача и вот такой неприятный момент, как толчок на борт. Вот согласны, что где-то сыграли не совсем чисто? Сейчас неохота говорить, потому что нам же нельзя договорить в сутки. Но все равно, мне показалось, я просто хотел его прижать к борту. Он развернулся, упал на коленки. Большой парень вроде. Такого не должно быть. Он большой парень, а вы просто сильный. Я не думаю, что он менее слабый. Просто, наверное, получилось как-то неаккуратно. И он немножко еще подыграл, как мне показалось. Какие ощущения от игры на маленькой площадке? Потому что игрока Плотникова в составе Амура, такой площадки здесь не было. Наверное, специфически все равно отличается. Немножко зоны меньше, и быстрее, наверное, все происходит, быстрее передачи идут. И Амур сегодня показал, как играть именно на маленькой площадке. Быстро через выбросы делали контратаки, на которые мы иногда попадались. Дальневосточный выезд считается самым сложным, одним из самых сложных в КХЛ. Насколько ты с этим согласен? Ну, тем более, что команда как раз сейчас находится на этом выезде. Думаю, в первую очередь, наверное, за перелеты тяжелый, потому что приезжаешь, наверное, смены поясов, ты не всегда получается хорошо поспать, и игра, наверное, непривычна. Получается, играем по своему времени утром, и нету какого-то перерыва между раскаткой и игрой. Вот этого, наверное, времени для сна не хватает. Как играет с Шипачевым? Все-таки это новая для тебя связка, и вообще новая для лиги, все следят, все интересуются. Я всегда говорил, что с таким партнером приятно играть, потому что Вадик никогда не жадничает, всегда готов отдать передачу. Как вы его приняли в команде, как вообще адаптация проходит? Потому что понятно, что о нем сейчас говорят буквально все. Я думаю, что ему не пришлось адаптироваться, он пришел в свою команду, к своим ребятам, к своему тренеру. Я думаю, что никаких проблем у него не было и не будет. Что скажешь перед игрой в Шанхае? Все-таки это другая страна. Интересно там сыграть. Не знаю, что сказать, потому что мы, наверное, играли в том году на другой площадке и в другом городе. Не знаю, как часто это будет. Сергей, что скажете об игре Хабаровского Амура? Все-таки сегодня пришлось играть фактически против костяка сборной России. Но насколько достойно они смотрелись? Смотрелись ли вы все-таки были там? Я повторюсь, играли они хорошо, особенно выходы. Видно, что есть тактика, отработаны такие моменты, и забили нам как раз такие два гола. Вот этот гол в меньшинстве, это же обидно, во-первых. Во-вторых, это вот как-то случайность. Наверное, наверняка вы не рассчитывали, что Амур вообще может такое сотворить. Почему не рассчитывали? Хорошая команда выиграла много матчей подряд до этого. Мы всегда готовы к любому сопернику. Амур очень бодро начал, даже перебросали по итогу матча 32-23. Почему так, за счет чего? Но, опять же, привычная для них площадка, и нам немножко пришлось перестраиваться, потому что на Дальнем Востоке, в Владивостоке здесь другая площадка, нам нужно быстрее было, наверное, двигаться, и не сразу привыкли к этому. Была видна ваша заряженность, когда с неудобной руки не попали, первая мысль? Не знаю, в голове опять себя некрасиво обозвал. Чем занимаются хоккеисты? Вот как раз Дальний Восток, да, очень сложно приходить в себя, когда у нас день, здесь ночь, и наоборот, да, вот как тратить время, как проводите досуг? Как правило, мы живем по московскому времени и просто катаемся вечером, и приезжаем в гостинку, отдыхаем и просто спим, и уже, получается, по факту едем на игру.